Всем привет! Сегодня 11 ноября 2021 года. Завершился первый сезон в режиме Ultimate Team. И сейчас мы будем открывать награды по результатам завершившегося сезона. Удалось мне дойти до второго дива. Результат так себе, как я понимаю. Но учитывая то, в каких условиях приходилось играть, я думаю, что такой результат можно считать удовлетворительным. Очень много каток было слито. Больше, чем выиграно. И сейчас, значит, всех игроков пускают на несколько дивизионов вниз. Тех, кто играл в высших дивизионах, опустят на 2 дива вниз, то в низших на 1 див. Вот я был во втором дивизионе, и сейчас меня опустили в 4. Давайте откроем награды. Тут получается у нас 5 паков. Я так понимаю, 2 пака за вот последнюю неделю Division Rivals. И 3 пака, наверное, по итогам завершившегося сезона. Ну, начнем с менее значимых, наверное, паков. Это вот эти вот электромовые наборы редких игроков. Ну что ж, и сразу же хороший дроп, но R90 очень даже неплохо. Еще и фикир. Ну фикир, наверное, сейчас уже ничего не стоит. Поехали дальше. Еще один. А нет, сейчас набор редких игроков. Грилиш. Ну, более-менее, 84 рейтинг. Я понадеялся на Эрлинга. Двигаемся дальше. Большой набор игроков. Диас, хороший рейтинг, 87. Так, еще информ. Так, ну это у нас не для продажи. Большой набор редких игроков содержит 24 предмета. Пять номер. Так, ну это у нас тоже не для продажи. Жертв Морена, 86. И последний набор. Премиум набор золотых игроков. Гинтер, не очень. В общем, вот такой вот, ребят, дроп получился. 50 тысяч ноер. Единственное, что по большому счету ценное не выпало. Продал его за 50 тысяч. Еще несколько продаваемых рейтинговых игроков. Ну там может быть тысяч на 10 в сумме. И по мелочи там может еще тысяч на 5. Ну короче, около 65 тысяч.
вот такой профит от этих наград. Ну плюс еще несколько рейтинговых карточек непродаваемых. 87-й это Диас. Выпал 86-й Бануч вроде. И Информ. Непродаваемый. Вот и все. Спасибо за внимание. Всем пока.